Это не кадры с комедийного шоу, это настоящий бортпроводник. Интернет разрывает новый мем. Стюарт американской компании Southwest Airlines решил скрасить длинный перелет. Он рассказал о технике безопасности голосами самых известных мультперсонажей Луни Тьюнс. Кроме пассажиров самолета, его талант оценили уже почти 3,5 миллиона интернет-пользователей. Вот этот самый персонаж Бакс Банни, его извечный противник, охотник Эльмера. Их голоса и воспроизвел бортпроводник Зак Хаупмессер. Он смог изобразить даже фирменный писк птички Твитти. Спрашивается, откуда у обычного стюарда столько талантов? Но оказалось, что наш бортпроводник не так прост, как выяснил Life. Зак Хаупмессер на самом деле профессиональный кукловод и чревовещатель.